Осень у нас характеризуется изменением погодных и дорожных условий. Значит, при значительном выпадении осадков, при изменениях температуры с плюсовой на минусовую ухудшаются дорожные условия, ухудшаются сыпные качества покрытия, в худшую сторону ухудшается видимость. Значит, в это время водителям необходимо сменить стиль вождения с более агрессивного, так сказать, на умеренный, спокойный. То есть необходимо учитывать, подобрать скоростной режим соответствующий, учитывать дистанцию увеличить до впереди движущихся транспортных средств, быть внимательным при проезде перекрестков. Не стоит надеяться на возможности своего автомобиля. В первую очередь следует, значит, надеяться на самих себя, правильно оценивать ситуацию дорожную. По подготовке транспортных средств к зиме в первую очередь рекомендуется сменить шины колес автомобилей, значит, на зимнюю так называемую резину, либо зимнюю резину с шипами противоскольжения. Период с декабря по март, если вы используете зимние шины, остаточная высота рисунка глубины протектора должна быть не менее 4 мм. Необходимо также проверить тормозную систему, обязательно вспомогательные системы, которые помогают при управлении транспортного средства. Это АБС, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости. Для улучшения обзорности проверьте систему отопления салона, обогрева зеркал. Значит, можно сменить щетки стеклоочистителей. Обязательно должен работать стеклоомыватель, что и следует использовать зимнюю незамерзающую жидкость. Подготовка к зиме затягивать не стоит, так как погода меняется очень резко, и, значит, изменение сцепных качеств, особенно покрытия, тоже может произойти довольно неожиданно для водителя того же.